сцена маленькая, обычный проход. Давайте, выйдите, пожалуйста, ребята. Ребят, все подойдите сюда. Пончик, сиропчик, подойдите. Незнайка и прочие. Незнайка здесь. Взяли по кубику. Пончик здесь, сиропчик здесь. Пончик. Так, винтик, шпунчик. Взяли кубики свои, взяли. Шпунчик. И я хочу шпунчик посмотреть, как вы пройдете там за задником. Ага, давайте. Значит, я предлагаю вот эти кубики, да, не ставить на сцене, а зарядить их прямо там. Поэтому ребята собираются с дудочкой, да, он всех собрал, побежали туда, а отсюда уже выбегаете с кубиками. Понятно? А, подожди, ну колонку там. Нет! Только что сказал. Слушайте внимательно. Видите, изобретаемо. Сложная площадка. Там заряжается все. Здесь только горки. Дальше что? Какой еще дальше трудный переход? Строительство нормальный. Ребята, здесь не проедет божья коровка тогда, если так стоит. Она просто не проедет. Мутировщики! Антоша! Убирайте большой мостик сюда. Пусть он не мешается. Там попробуем. Куда его убрать? Сюда. А куда убрать? Сюда. Просто, видите, на ходу все, сейчас сокращаем, все, половина задника, даже, по-моему, меньше половины. Одна треть половика, одна треть задника. Я молчу про горки и про прочее. Но играют они хорошо. Этим и берем. Сюда попал. А разве вы сами не помните? Нет, не помню. Вы к нам на воздушном шаре прилетели. Да, да, шар лопнул, бабах! И вы упали. Нет, нет, сначала вы упали, а потом шар лопнул. Мы пугал, перепугались, когда шар лопнул. Мы сидели на веранде, пили чай, и вдруг видим, летит такой огромный, преогромный. Преогромный летел вон оттуда. Нет, он оттуда. Он оттуда. Он оттуда. И вдруг баба! Мы отбегаем в воротах! Шар же лопнул! Корзина перевернулась, и оттуда посыпались мальчики! Все ударились головой о землю! Их повезли в больницу! А вас не могли повезти, потому что вы лежали как мёртвые! Да! Вот! А когда вы и ваши товарищи выздоровят, мы устроим бал с танцами и музыкой! Наталья Сац, одна из первых, потому что, скажем, мы с Питером в этом смысле спорим, кто первый, Наталья Сац или Брянцев. Но, скажем так, эти два человека первые и единственные в мире, которые начали работать над созданием театра для детей. Вот в 21-м году, сразу после революции, когда было огромное количество детей на улице, и с ними нужно было что-то сделать, появилась такая девочка, ей было 15 лет,
которая организовала театр именно для таких детей, которые слоняются по улицам. У нее были, сначала была очень маленькая труппа, она ставила какие-то спектакли, но я не могу себе представить, как 15-летний ребенок, который не имеет никакого опыта, да, что-то ставила, но что-то она ставила, и в конечном итоге это стало известным в Москве, что есть такая девочка, которая собирает детей с улиц и для них разыгрывает спектакли. Ей заинтересовались и сочли, что девочка-то талантливая. И как показало время, на сегодняшний день ее талант был столь велик, и столь это была личность эксклюзивная, что ни до нее, ни после нее такого человека больше не появилось. Наталья Ильинична Сац, в 21-м году ей дали здание кинотеатра, и там она открыла уже вот такой вот настоящий театр для детей. Он назывался «Московский театр для детей». И спустя 15 лет, а это 36-й год, она уже переселилась в здание нашего теперь театра, а тогда там находилась студия МХАТ-2 под руководством Михаила Чехова. Прилетаем на самый верх, а там... Мороз! 1000 градусов и 1/10. Да, мы все замерзли, чуть в сосульку не превратились. Ну чего, летим выше. Тут бац! На облако наскочили. Замерзло, понимаете? И превратилось в ледышку. Вот что делать? Не знаю. Что делать? Взяли топор и прорубили в облаке дырку. Летим выше. Высотища. И вдруг как... Ба-ба! И вот я здесь. А вообще, почему все так произошло? Из-за чего произошло, что мальчики с Огурцовой реки и Цветочного города попали к девочкам? Из-за парашюта. Нет, не из-за парашюта. Из-за чего, детки? Уточните. Из-за чего мальчики оказались рядом с девочками? Потому что их воздушный шар лопнул. Да, из-за воздушного шара. А кто придумал воздушный шар? Знайка. Знайка. Кто помогал ему? Винтик? И Шпунтик. Винтик и Шпунтик. И вместе со Знайкой построили воздушный шар и полетели. Это важное событие в спектакле? Да. Вот если бы не было этого события, то нам и рассказывать нечего было бы, да? И вот это вот очень важное событие, говорю для взрослых, называется завязка. Воздух, нагревшись от земли, как от горячей печки, поднимается вверх. Потому что нагретый воздух, он что? Он легче холодно... Го! Го-го! Верно, сиропчик! Легче холодно го! Го-го! И вот что я придумал. Что если построить из резины шар, наполнить его горячим воздухом, горячий воздух потянет шар вверх, и мы что? Мы полетим! Вниз головой! А? Да нет, не вниз головой, а вверх головой! Конечно, условия работы у нас трудные, но что же, мы трудностей не боимся, артисты у нас прекрасные, театр у нас замечательный. Конечно, если бы площадка была бы получше, если бы работал круг, если бы работали штанкеты, было бы вообще прекрасно. Мальчики и девочки приходили в такие, знаете, в костюмчиках. То есть не просто там шорты, джинсы или что-нибудь, а брючки, рубашечка, даже у кого-то галстучки, девочки в таких красивых платьях. То есть зрители в Черкесске приходили как на праздник. Половина зрительного зала попросились фотографироваться, они вышли на сцену, мы поставили горки, включили свет, притащили божью коровку, и вот они сказали, что они вот под очень большим впечатлением, и спасибо, что мы приехали так далеко, в гости, вот так вот. Скажи, пожалуйста, кто сказал, а не Знайка у нас врун, сиропчик и пончик, сиропчик и пончик. Вот так, и все сразу их поддержали, и Незнайке стало очень грустно. Незнайка понял, что врать
Нельзя. Нельзя. И это, друзья мои, развязка. Вот мы расстаемся с вами. Да? Нам уже пора домой. А вы недолго побыли у нас? Мы бы еще побыли, но домой ужасно хочется. Да, вас же дома ждут друзья. Вы хорошо делаете, что не забываете своих друзей. Когда мы снова построим воздушный шар, мы обязательно к вам прилетим опять. Прилетайте к нам весной, когда зацветут яблони. У нас очень красивый весной. До свидания, не знаю, как до свидания. Спектакль великолепный. Мы так, на таком уровне вот он играют так актеры. Для нас это ново как-то. Ну, вот я смотрю по своим деткам. Они сидят, не шелохнулись. Обычно такой возраст деток, они минут 30 первые они смотрят внимательно, потом начинают какие-то у них, они устают. Это такой возраст у них, что они начинают переговариваться, пришептываться. А здесь я вот обращаю внимание, что они воплощены, вот они только на сцене. Глазки у них только на сцене. Они даже друг с другом не общаются. Какой класс? У нас третий класс, такой вот как раз возраст. И я сама взрослая, я с удовольствием смотрю. Очень нам нравится, как играют ваши актеры. Спасибо вам большое, что вот вы приехали, пригласили нас. Когда мы планировали гастроли в регионы Северного Кавказа и говорили о том, что нужно подумать очень внимательно и серьезно о том репертуаре, который туда будет вывезен, и те театры, которые могут туда выехать, мы сразу как-то на встрече с руководством театра Российского академического молодежного театра подумали о том, что это могла бы быть их работа. Именно в этом году, вот в условиях такого быстрой верстки гастрольного графика летнего, мы подумали о том, что было бы здорово, чтобы на Северный Кавказ поехала их специальная программа. В РАМТе есть программа работы с подростковым зрителем. У них накоплен огромный опыт работы со школьной аудиторией, с учителями, с теми, кто работает с детьми, с привлечением детей, семейных просмотров в театр. И поэтому мы с самого начала подумали, что вот этот блок, такой специальный их блок рабочий с названиями спектаклей и с дополнительными мероприятиями, которые подверстываются под эти спектакли, они могли бы повести на Северный Кавказ. Везде очень теплый, радушный прием наших коллективов, которые по линии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности выезжают в регионы. Это было и в Республике Татарстан, и в Оренбургской области, и в Республике Коми, и в Республике Мариэл. И вот сейчас это в Нальчике. Специфика Северо-Кавказского региона, конечно, это то, что здесь, пожалуй, зритель наименее избалован вот именно такими вот полноформатными постановками ведущих российских театров. И поэтому здесь это действительно праздник. Хочется каждого гостя прям вот
обнять, поцеловать. Хотелось бы, чтобы еще и еще раз приехали, чтобы мы им так понравились, чтобы без Нальчика бы уже жить не могли. Проводили исследования, опрос проводили. И просто ходили по залу, слушали, о чем говорят после спектакля родители со своими детьми. Вопросы абсолютно стандартные. Ну как, понравился спектакль? Дети: да, понравился. А что понравилось? Незнайка понравился. А еще кто-то, что тебе понравилось? Знайка понравился. А еще Синеглазка понравилась. Весело было. Весело было, и все. И у мамы вопросы кончились. И все, вышли за дверь из фойе театра, и театр уже забыт. Все, уже можно к нему не возвращаться. Дальше мама: пойдем чипсы купим, пойдем в Макдональдс, и все, театр забыт. Главная линия, в которую мы проводим по всему абонементу, это первая ступень. Дети и взрослые, во-первых, должны научиться говорить о спектакле, чтобы они пришли домой и могли кому-то рассказать, папе рассказать, бабушке. Знаете, чтобы вот за пределами театра не заканчивался разговор о театре, чтобы он продолжался. Это и есть воспитательный момент. Далее, очень важно, чтобы дети научились за внешней картинкой все-таки видеть, что не одни актеры играют на сцене, что там есть декорации, там есть свет, там есть костюмы, есть грим, есть реквизит. И вот это вот темы занятия. Мужик, а где у вас в городе? Переночевать можно. А вы кто такие будете? Ты сам кто такой? Вот именно. Виноват! Да. Не признал, Ваше Величество! Да. Я бесстрашный барин! Король! Очень приятно! А это мой слуга Фомка! Ваше Величество, а прикажите нам квартирку отвезти, а то мы люди чужестранные! Ага. Бесстрашный, говоришь? Да! Есть у меня для тебя один славный дворец! Да такой дворец! Весь золотом украшен! Но! Только жить в нем нельзя! Почему? Почему? Ну нельзя! Уж сколько лет дворец стоит пустой! А все потому, что нечистая сила дворцом завладела! Вот придет вот такой вот богатырь, сильный да смелый, во дворец переночевать. Нет. Придет, придет. Вот. Вот. А на утро от него одни косточки остаются. Коли хочешь, дам я тебе этот дворец вечное владение. Но ежели с нечистой силой справишься, то еще и богатым вознаграждением, пожалуй. Получилось, конечно, не без сложности, не без трудностей, потому что... Нельзя сказать, что это такие же театральные города, которые есть у нас в разных регионах России, где постоянно работающие несколько театров в городе есть, так вот, как у нас есть и другие театры в другие регионы. Фу.
Фома! Ну-ка, брось это! Иди сюда, Фома! На колени! Пой песню, Фома! В деревне было ольховки, где... Фома дурак! Барин! Гастроли наши подходят к концу. Мы очень довольны, особенно театром, который нам организовали в Нальчике театры. Мы с большим удовольствием познакомились со зрителем и понимаем, что здесь есть свои проблемы, и мы готовы делиться и своей работой, и готовы делиться своим опытом работы, и готовы приезжать и в другие места, понимая важность гастрольной деятельности вообще. Спасибо большое Министерству культуры, Центру поддержки и развития гастролей. Большое им спасибо, что они организовали такой праздник для детей и для взрослых. К этой работе напрямую привлекается администрация президента Российской Федерации, которая контролирует ход нашей программы. И это прямая возможность показать заинтересованность Москвы в развитии культурной активности на местах. То, что театральных зрителей нужно воспитывать, и то, что РАМТ в этом году сделает очень серьезную работу на Северном Кавказе, нам кажется очень-очень важным. Мы теперь можем уже в следующем году планировать какую-то еще дополнительную поездку туда, привести какой-то другой спектакль, уже не совсем для детей, может быть, для подростков или молодых людей. И будем вот так потихоньку воспитывать зрителей, готовить его к большим гастролям, потому что из ничего невозможно собрать зрительный зал. Нужно людей готовить постепенно, потихоньку, работая с каждым отдельно, обращаясь к каждому отдельному ребенку, обращаясь к его родителям и рассказывая им о том, какой интересный и увлекательный может быть театр.